Приветствую, девочки, мальчики. Глафира Абрамов в телеэфирах. Вот бывает такая ситуация, когда у вас в картошке, совсем уже крыша поехала. Остается фарш и не тудым, и не сюдым. Фрикадельки сделаешь мало. Суп не сваришь. Котлетки, ну полторы котлетки, дай бог, получится. Тогда берем вот такой прибор. В Советском Союзе он еще был. Иногда на рынках, иногда в России такой продается. Штопор. Да, штопор для овощов. Чистите картофан или кабачок, что у вас там есть под руками. Можно морковку крупную, можно свеклу. И делаете. Ды-ды-ды-ды-ды-дым. Его не умается, зараза. Да-да-да. Изгаляйтесь. Не до конца докрутил. Вот такая получается тырдочка. И вот такая спиральчика. И так поступаете со всеми картошками. Потом у вас гости-то придут. Будут спрашивать, а что это такое? Вы сразу говорите, червяки. Меньше съедят, а будет больше толку. Делается это быстро. Блюдо, в общем-то, нравится почти всем, кроме Михалыча. Опа. Вот на ку. Дырдочки. Конечно, оно не относится к разделу диетического питания к раздельному, так как вроде все в картошке делается. Но если делаете их в свеклке или в морковке, то есть надо в каких-то корнеплодах это делать. Ну, уже до конца там вам сейчас еще один сделаю. И потом покажу, как это получается в чугунке. Даже можно начинить разными овощами, у кого мяса нет или кто там на вечной диете сидит у нас. Вот такие спиральчики, пружиночки. Красотень. Все это делается вручную. Ложечка тут не подходит. Фаршик я уже сюда положила всяких специй. Лук. Все как обычно. Наливайте мою знаменитую пятницу или в кастрюльку чуть-чуть масла немножечко и укладывайте аккуратными рядочками все, что у вас получается. Я смотрю, вы фарш-то не во всю полость закладываете. Как это не во всю полость? Что вы его не утрамбовываете. А надо утрамбовывать, все полезно. Как? Вы вот с другой стороны картошку. А куда картошку? Я с другой стороны? Покажите, а где. А вот там маленькая дырочка всего получаться-то. Иди, она с обеих бодрую просверливает. Ну да сейчас попробую с обеих, раз вам так хочется. Просто картошечка у меня небольшенькая, мелковатенькая. Давайте попробуем тут с двух сторон. Сверло. Нефть добывать. Да вы фаршем только картошку портите. Экий вы. Премудрый пескарь. Тогда не получится завитков. Экспериментально. А кому они нужны? И что? Эстетствовать. Эстетствовать. Но завитки. Вот теперь я понимаю. Туда хоть что-то вошло. Вот посмотрите, с кем я живу. Какой вредный мужчина.
Я думаю, меня поймут. Так. Наверное, все. Пока все, да. Выключайтесь там. Ну, девочки, мальчики, заложили уж, не стали весь этот процесс-то дурацкий снимать. А то, что скажешь, то не только тянет. Вот такие получаются спиральчики. Мы картошечку присаливаем. Совсем немного, больно не перестарайтесь. Перчим, солим там ваши специи любимые. Кладите, но это все на ваш выбор, потому что у каждого своя погремушка. Сверху вы укладываете вот эти вот а-ля черви в хаотичном порядке. Но вообще сверху похоже, как будто это вот какие-то гусеницы. То же самое, их также присаливаете, децл. И заливаете небольшим количеством воды. Можно горячей, можно холодной, и любой. Совсем не надо, чтобы плавали, иначе у вас развалится картофан. Немного масла. Прям вот самый-самый. Так вот, чуть-чуть сбрызнуть, чтобы зажарился. И накрываете крышечкой. Ставите все в разгоряченную духовку. Чем выше градуса, тем лучше. Минут так 25-30 хватит. В зависимости от того, какая у меня вот атомная духовка. В электрической подольше, в газовой побыстрее. То же самое можно положить в мультиварку. Кто если пользуется, в пароварку, кто если тоже пользуется. Так что ждем результата. Обязательно покажем, что получится. Все, снимаем. Клиент снимает. Духовку уезжает. Сенька, поздоровайся. С достопочтенным. Ага. Ну вот, девочки, мальчики, как и обещал вам, показываю то, что получается в результате. В принципе, содержание и форма не изменились. Что уже не может не радовать. Обратите внимание, что спиралевидные кусочки картофеля тоже сохранились. И, кстати, очень часто это зависит от того сорта, который вы употребляете. Вот. Поэтому немножечко воды добавляйте. Пускай лучше пришпандорится, чем все это в воде будет у вас там валяться. Ну, на разрезик показываю вам. Всё. А Дима, я там с двух сторон изнасилованная. Ну, ушла, обиделась и ушла. Сейчас поищем. Ну, что мне тут разваливать, что ли, чтобы искать изнасилованную сторону? Бог ты мой. Какой вы Михалыч все-таки. Вот, вывалился. Как нечто оттуда. Это моя? Ну, разваливающаяся картошка бывает такая, знаете, которая... Ну, да, да. Сохраняет форму. Не русская. Крахмалистая, которая не очень крахмалистая. Да. И тут я настругал салатик, если кому интересно. Называется должны... «Хорошо погажу». Сезам называется, потому что это с семенами кунжута. Да, сезам откройся. Сезам откройся. Но свеколка вареная. Тонко настроганная морковка, лучок, чесночок и все, больше ничего. А чеснок тут? Децл. Хороший салатик. Опять мне нельзя. Ничего вам нельзя. Так хорошо, когда мужчине ничего нельзя. Понюхайте, пахнет картошкой. И пробуем вот что получилось тут с мясом. Да. Но оно потушилось, да? Получается? Ну, оно чуть потушилось, на да. На паре. Ну, скажем, не на паре, а в духовке. Ну, а там-то получается... Очень вкусно. Вот сочетание фаршика с картошечкой.
кому не нравится, не кушайте, но мне, по мне вот такая... Нет, это очень даже съедобно. Очень привлекательно. Можно фаршет вкласть и любой. Можно рыбный, можно куриный, можно любой. И особенно оригинальными, конечно, смотрятся вот эти вот колечки. Сюда вот, Михалыч, покажите. Ну, они уже не колечки. Ну, вот их берешь на ложку. Они уже не спаниют. Смотрятся хорошо, когда они сырые. Не, ну так оригинально вот так вот. Что-то положить. Ох. Все. Вот кофе Абрам Пахов не посоветовал. Использовать старую советскую технику кухонную. Да. Утвар. Кушайте салаты, кушайте, пока осень, надо пользоваться. Витаминные элементы используют. Кстати, надо сказать, та техника, которая это делала, она ничего не имеет общего с чем? С советской техникой. Как это она это? Это кооперативная нет, техника. Нет, ничего подобного. Это рождение, я вам скажу, 76-го года. Ну, это грузины, я помню, армяне у нас на базарах продавали, но... армяне. Она стальная, не подверглась ни коррозии, ни порче. Ну а что она? У нас материал-то не ржавейка, поди. Ну, я помню, как это... Ну это ж Советский Союз-то. Это ж не вот, не новодел это тебе китайский. Это кооператив. Какая разница, кооператив это или... Ну я тебе говорю, ничего не имеется... промышленностью Советского Союза. Это все кухонный делали... Кухонный утварь тех времен это. Да. Кооперативные сейчас цеховики эти делают делали. Такие штуки, ну, китайцы из пластика, которые ломаются через полдня уже да. Этого использования. А тут всякие найсеры, дайсеры. Если будете на базарах на... Двистеры, дристеры. Да, в базарах будете, если на развалах, то, может быть, и найдете, потому что ты проклепано все... Хорошо, и тут вот заточено, оно легко входит, картошка. Ну все, всем спасибо, кто был с нами. В эфир Абрам плохого не посоветовал, еще раз повторю, не устану это повторять. Кушайте с удовольствием, спрашивайте, комментируйте. На любые вопросы отвечаем. Чумаки-чумаки. До свидания. Вам в шоке.